Ну, в какой-то мере политтехнолог. То есть я в этом году, можно сказать, поставил рекорд, 3 губернаторов выбрал. В декабре я выжигал коррупцию шкаленым железом в собственных рядах. А я работаю как, ну, как чиновник, как, это, не знаю, сидящий в центре паутины некой. УЗС, надеюсь, не будет возражать против экономии бюджетных средств. Вот когда печатная газета не будет никому нужна, то должен вот тратиться деньги на это не будут.